Родился в рубашке. Житель Владивостока дважды за минуту избежал гибели. Камеры наблюдения, установленные на мосту на острове Русский, сняли аварию, в которую попала легковая Мазда. На скользкой дороге иномарку занесло, и она на приличной скорости врезалась в леерное ограждение. Перепуганный водитель выбрался из машины, и в этот момент его Мазду буквально снес пассажирский автобус. Удивительно, как при этом мужчина не пострадал. А вот чтобы восстановить легковушку, ему придется постараться.